нож от компании SRKT. Это нож Homefront. Стали 8 хром, 13 молибден в анази. Ну и по форме видим, да, что это типичный скиннер. Такая форма. Удобен при выделывании, при разделывании, при выделении шкуры от мяса. K256CXP Homefront Ken Onion Design. Очень высокие и глубокие линзовидные спуски с прекрасным сведением. Это флиппер с надежным лайнер-локом. Рукоять из термопластика GRN. Ударопрочный. И в таком вот природном исполнении. Также особенностью данного ножа клипса имеется, она не ориентированная. Особенностью данного ножа является то, что он может быть разобран, и разбирается он таким вот образом. Легко промывается от песка, грязи. В случае необходимости можно механизм как-то смазать и обратно закрепить и зафиксировать в таком вот положении. Также здесь в этой части видим, как закручивается, все крепится надежно. Вот такой складной нож от компании SRKT.